как бы изъявил желание с детства, мечтал, любил своего участкового, сотрудничал с ним с детства, помогал ему участковому у себя там в селе. То есть изъявил желанием сам. Уже мне понравилась вообще форменная одежда милиции, мне с детства нравилась. Честь офицера – это служить народу с честью, чтобы тебя уважали, чтобы ты был примером для остальных граждан. Наш долг – это мы принимаем всегда и принимали присягу, и до присяги, долг перед Отечеством, перед Республикой. При остановке транспортного средства оказали вооруженное сопротивление, то есть в отношении сотрудников милиции, в том числе и я там находился. Мы вступали с ними во все конфликтные ситуации для обезвреживания данной группировки. Молодым коллегам я бы хотел пожелать продвижения по службе, крепкого здоровья, им достичь до генеральских погон, благополучия в семье и всего-всего наилучшего.